Так, это Венера. Фазу даже видно, Венера, да? Очень хорошо видно фазу. Первое октября 2021 год, Харьков, 18:44 по Киеву в Харькове. Сто 33 миллиона километров до Венеры сейчас, не самое близкое расстояние. Снимал я ее, по-моему, ближе всего на 80 с копейками. Так, резкость пробую. Ну, по-моему, то, что было в начале, и было лучше всего. ISO минимальное 125, то есть у нас освещение на улице получше, чем видно. В окуляре. Так, попробую попасть в Сатурн. Вот он, попал. 1 409 000 000 километров до. Сатурна. Уже очень ощутимая облачность надвигается с востока. Через час будет пролетать МКС. Но есть у меня подозрение, что снимать будет, возможно, только облака Юпитер. Представляется вашему вниманию. Сейчас делаю повторный дубль еще на других настройках светочувствительности, чтобы объективную освещенность передать. Не, что-то совсем плохенько. Ну вот так, наверное, оптимально. Вижу я даже в окуляры мерцающие слабенько спутники Юпитера. 638 миллионов километров до него. Экваториальные полосы тоже вижу. Но буду сейчас прерывать, наверное, съемку на следующий дубль. Потому как Венера сейчас спрячется за горизонт.
1 октября 2021 год, Харьков, 18:49 по Киеву.